Центр национальных промыслов и ремесел в Вагане ждет гостей. Для туристов здесь есть обширная программа с хантыйскими легендами, родовыми историями и национальной кухней. Все экспонаты можно потрогать и даже примерить. Именно интерактив и привлекает сюда туристов. Одна из любимых забав – детская хантыйская игра «Семь лошадей». За долгую историю работы музея головоломку решили единицы. Большинство сотрудников центра – представители коренных народов. Все экспонаты знакомы им с детства. Кроме того, все они – мастера. Обычно около костра начинали там домашнего очага, садили ребенка или начинали ездить по гостям. Да, и вот такая игра называлась «Семь лошадей». Вот это надо было, чтобы колечко, не развязывая вот эти веревочки, чтобы она оказалась с этой стороны. Сейчас у нас вся информация размещена на сайтах нашего учреждения. И поэтому гости стали приезжать чаще, особенно в праздничные, выходные дни.